Какие лучшие слова поддержки ты можешь себе сказать сегодня? Мы часто ждем, что самые важные для нас вещи – внимание, одобрение, комплименты – придут от кого-то со стороны, будь то близкий друг, дети, коллеги. Конечно, оно случается в нашей жизни, но часто как будто попадает не туда или остается незамеченным. А что, если перестать ждать и начать самой говорить себе слова поддержки? Какие сегодня вам больше всего хотелось бы услышать? Какие слова поддержки вы сами были бы готовы сказать своему близкому другу? Может быть, я верю в тебя. Ты не одна. Ты такая молодец. У тебя все получится. Просто продолжай делать то, что ты делаешь. Больше ничего не нужно. Добавьте теплоты в свой день. И продолжайте его с заботой и мягкостью к себе.